Всем привет! С вами канал Бонсай с начала 65. Вот это самое. Буду формировочку производить. Вот это яблони. Кто видел у меня? Бонсай я делаю спирали яблони. Вот такая вот у меня проснулась. Эта ветка тоже большая. Сейчас я, наверное, ее обрежу. Лишнее. Сформирую. Начну в этой веточке хорошо так. Я ее вот здесь прищемлю. Она большая. Вот здесь ниже не просыпается, мне в принципе не надо. Вот такую вот сделаю. Вот вторая веточка у него. Вот эту большую ветку. Тут тоже не хочет просыпаться. Я ее сокращу на... Видно? На две вот этих почки, на ближайших. Так вот. А здесь, вот эта вот сторона, это пыльная, вот эта толстая слишком, я ее, здесь вершинка-то, в принципе, как она не будет, я ее вот на эту вот почечку сделаю. Так вот, а вторую эту тоненькую веточку, я сделаю, наверное, вот на эти две почки. Вот так вот. Вот так вот сформировал. Это можно было вообще удалить, наверное. Да, я ее вообще удалю. Удобно. Она не нужна, наверное, здесь, мне кажется. Так вот. Получится у меня тогда вот так. Вершиночка. Две веточки. Но эта ветка, пусть она так, я не знаю, удалять ее не удалять. Где у нее тыльная сторона, где лицевая, непонятно. Вообще ее надо удалять, потому что здесь черти что получается. Это вот так получается лицевая, наверное. Тоже эта ветка вперед идет. Если так лицевая, вот так тогда ту ветку, та задняя, в принципе, я ее, наверное, сокращу здесь. Хотя она на утолщение работает самое, стволика, иначе она у нее цилиндрическая будет. Пусть пока здесь, наверное, стоит вот эта веточка. А потом я ее удалю или сокращу, так короткую сделаю. Останется вот эта стволика так вот. Да, это я почему сократил, чтобы она на себя вершинку не брала. Вот в этом году проснулась она. Такая яблоко. Пересаживать я, наверное, пока не буду ее. По осени, может, пересажу побольше в горшочек. Такой бонсайчик, яблоня спирали. У меня получается. Всем пока-пока. С вами был канал Бонсай с начала 65. Это, кстати, с черенка яблоня. У меня та центральная, она, кстати, почему-то не просыпается. Не знаю, что с ней. А все уже проснулись, она не хочет просыпаться. Которая семечко садил первую, которая уже 6, наверное, лет. Это у меня в 18 году я садил, веточку укоренял. Третий год ее уже. Такая вот она. Ну, маленькая в горшочке, поэтому я не спешу, чтобы она там быстро росла, не увеличу. Потом, может, плошкой пересажу. Ладно, всем пока-пока. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Я еще буду показывать, какие бонсайчики выращивать. Такой вот нестандартный, то есть не по канонам, а чисто на любителя. Почему мы должны придерживаться всем канонам? Не хочу я так делать, как все японцы, европейцы, а это чисто наш российский будет бонсай. Всем пока-пока.